Обеспечить порядок и легитимность. Этой весной в России состоится важное политическое событие – выборы президента Российской Федерации. К процедуре голосования готовятся в каждом регионе. В Общественной палате Ульяновской области подписали соглашение с уполномоченным по правам человека в регионе Сергеем Люльковым. Вместе структуры будут обеспечивать порядок на предстоящем голосовании. Это контроль общественного наблюдения на предстоящих выборах и вообще в любом избирательном процессе. Общественный наблюдатель – это гарант законности, это гарант легитимности, потому что общественный наблюдатель от общественной палаты – это совершенно независимый наблюдатель. Общественные наблюдатели необходимы при проведении выборов. Они будут следить за порядком и обеспечивать легитимность. Активисты будут работать даже в местах лишения свободы. Особое направление, я бы хотел отметить, это закрытые учреждения. У нас их два – СИЗО-1, СИЗО-3, это по линии ФСИН, а также по линии МВД порядка 11 учреждений, где мы планируем побывать, выехать, посмотрим, как проводится голосование. К выборам в Ульяновске подготовились, уже обучили почти 5000 наблюдателей. Они прошли тестирование и подтвердили свою квалификацию. Осталась одна задача у активистов – это создание центра общественного наблюдения для трансляции процедуры голосования со всех избирательных участков. Виктория Чиркова, Марат Мегдиев. Управда ТВ.